Это огромная металлическая конструкция, уже вторая часть пролетного строения Фрунзенского моста. Сейчас в пролет смещена первая из 12 секций. Вторую рабочие двигают буквально по метру в час. Конструкцию весом больше 2000 тонн передвигают при помощи четырех огромных домкратов мощностью свыше 400 тонн каждая. Хоть стройка и масштабная, работу выполняют ювелирную. Для скольжения многотонных конструкций используют специальные плиты. И здесь важна точность до миллиметра. Даже если маленькая ошибка того человека, который подкладывает карточки, это будет очень плачевно. То есть мы смотрим даже за правильностью подкладывания карточек скользящих, чтобы не было нигде всяких смазок и тому подобных, перекосов. Когда надвижку завершат, эта часть моста общей длиной 196,5 метров займет свое проектное положение между второй и четвертой опорами. Отличительная особенность второй секции – наличие 20-метровой треугольной металлической конструкции. В этом этапе участвует сборка пилона высотой 20 метров и четырех шпренгельных конструкций. Поэтому здесь отличие от предыдущей, скажем, надвижки и последующих – то, что это собирается объемная конструкция. И все это вот сейчас двигается уже в пролет. Сейчас мост готов на 38%. Одновременно со сборкой пролетного строения ведутся работы в русле реки Самара. Строители завершили работы на 5-й и 6-й опорах. Продолжают устройство оставшихся 3-й и 4-й опор. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.